Самое страшное, что идея войны рождается в головах отдельных людей. Но горе и боль она приносит целым странам. Великая Отечественная война показала всю силу духа советского народа. Мои прадеды воевали на Волховском, Ленинградском и Карельском фронтах. Один из них, Беляев Клементий Иванович, погиб в 1943 году под Ленинградом. Двум другим, Юрьеву Николаю Федоровичу и Галушину Александру Александровичу, посчастливилось вернуться с войны. Мои прабабушки тоже совершали свой великий подвиг здесь, в тылу, на севере. История нашей Родины – это история каждой ее семьи. Она передается от родителей детям, и ее не изменить. Конечно, я много читал книг о войне, но я слышал и от своих бабушек о мужестве, проявленном в годы войны нашими солдатами. Именно они спасли нашу Родину от врагов и освободили Европу от фашизма. Наша задача – сохранить о них память.